Короче, то, чего я боялась, случилось. Вот это такое кричит, я не знаю, что он так кричит. Я это сюда не полила. Что он так кричит? А? Это бунгарик. У нас коты в доме, Николь. Он боится, наверное. Он боится. Не, ну скажите, вот оно нам надо было. Он так кричит страшно. Боится, да. Боится. Андрейка, кто там пришел? Ты видела? Да. Так, наш новый питомец осваивается. Вот так пока выглядит его клетка. Я жду, пока наполнитель согреется. Он уже бегает, прыгает. Николь ему поилочку такую вот сделал. Налила водичку вон туда ему. Вот он бегает. Тут у него домик такой. Да, Николь? Николь уже не особо интересно. Вот у него домик там. Кушает. Ну, прыгай, он уже осваивается. Он уже начинает бегать тут везде. Ну что, обзор клетки для нашего питомца. Сверху я ему соорудила такую штуку, чтобы не съели коты. Вот. Ну и вот, собственно, такая вот у нас получилась клетка. Там Николь налила ему водичку. Там он сидит. Он, наверное, уже спать пошел, потому что он тут носился, носился. Вот, спит. Это у него домик-то. Ну, вот так вот сверху просто ставится. Она дальше так не падает. Я вот просто думаю, что если кошка станет, она все равно и лапой вот тут вот... Ну, не должна она. Не настолько длинная у кошки лапы, чтобы вот она его зацепила там. В общем, от кошек он спасен. Так, смотрите, кошки учуяли. Учуяли, наконец-то. Целый день не замечали его. Сейчас тут начнется. О, познакомились вы? Познакомились вы. Николь назвала его Сеня. Познакомьтесь, это Сеня. Джунгарик Сеня. О, сейчас ты... Вот она сейчас будет его ловить. Эта кошка очень любит всех ловить. И птиц, и мышей, и просто это... Жулька так не особо, а Чернышка это способна, да, она всячески такие. Я надеюсь, что она не пролезет там сверху и не заберет его отсюда. Да, они, конечно, очень хотят его сожрать. Посмотрите на Жульку. Жулька застыла на плите от страха. Сейчас покажу. О, застыла. Тоже охотничьи инстинкты. И дочек принесла, и он так накинулся на него, а уже убежал. А дуванчик ему понравился. Что делают ночью кошки? Короче, решили мы его приучать к рукам. Это... Будет не ручные. Иди сюда на руку. А, конечно. Надо тебе корм было положить, да? Чтобы ты приучался. Иди сюда. Он уже нас не боится, не рычит. Ну, на ручке не сильно ты хочешь. Такие ножки маленькие. Такие ножки у тебя классные. Ой, куда ты пополз? Я аж не веточка. Ай, кусаешься? Он кусает.
Короче, вычитали, что они любят салфетки. Смотрите, что он делает с салфетками. Накидала ему, нарвала салфеток. Он нору себе строит. Видите, нору строит. Нору. Нору строит. Дети. Так интересно. Он тащит, да, салфетки. Сейчас он норку себе построит. Делаем. Он закопаться хочет, Софи. Слушай, ну так носится. Где? Смотрите. Нет, только смеется. Где? Где он? Ой, как он бегает. Ой. Он носит в зубах, да? Ага, носит в зубах. Так положи уже куда. Он не знает, куда положить. Он думает, домик. Где домик? Где сделать? Куда домик? Куда домик? Да. За ночь. Смотрите, как нравится. Ну там так он копошится. Надо еще салфетку.